Так, друзья, всем привет. Наконец-таки я добрался до своей речки. Смотрите, какие классные места. У меня всего 2 часа времени. Я попытаюсь что-нибудь поймать за это время. Как красиво, смотрите. Идеально. Тихо, ветра нету. Места просто потрясающие. Так что, ребят, все, что я поймаю, я запечатлю. Поэтому погнали. Ребятки, смотрите, кто клюнул. Маленький полосатик. Маленький-маленький. Вот такой вот. Сейчас мы отпустим партизана. Какое красивое место, да? Ребята, кто-то клюнул. Более-менее неплохой. Похоже на головля. Но не точно. Ну-ка, ну-ка. Точно головаль? Хе. Ребятки, первый головаль в этом году. Первый головлик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотрите, какой красавчик. Какой пузатый. Ой-ой-ой. Какой пузатый товарищ. Хороший, хороший. Вопросов нету. Какой пузатый, одуреть. Ребята, это что-то. Ну что, дружок, давай. Оп. Красавец. Поплыл. Ну а мы продолжаем. Ребят, не успел снять. Смотрите, какой окуняра клюнул. Тише, 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 тише. Камеру не успел включить. Смотрите, на какую шишечку. Хороший. Это уже 4-й. Еще раз. Рыбалка в прямом эфире. А, была поклевочка. О, есть, смотрите, 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 неплохой окунёк. Неплохой. Неплохой полосатенький. Толстенький такой. Все в прямом эфире, ребят. Ребята, кто-то клюнул. Кто-то клюнул. Похоже на головля. Ой, хорошее что-то. Что-то хорошее, ребята. Блестит как. Как блестит. Ну-ка, ну-ка, что там у нас? Ну-ка, ну-ка, что-то белое. Ясь, что ли? Ну-ка, ну-ка. Не понял я. Что за рыба? Подлещик? Нет. Ясь? Нет. Голавль? Нет. Что это за рыба такая у нас? Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Оп. Ребята, так это цирта. Ни хрена себе. Смотрите, какая. Охренеть. Она ж, по-моему, с красной книги. Ну-ка, давай тебе аккуратненько. Главное, в рот, смотрите, в рот взяла. Ну да даешь. Да. Ну ты и даешь. Смотрите, красотень какая.
пошла. Это интересно. Кто-то клюнул, ребятки. Дружок. Акуньидзе. Куда? Куда пошел? Ну такой, детский. Размерчик детский. Подрастай. Ну, окунишка пожаловал. О, нормальный. Неплохой такой. Бронзовый. Небольшая речка. Глубина максимум там до 2 метров она. Поэтому очень красиво. Все, всем ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал.